Я у него бабки отжал, прикинь. Он отбивался, прикинь, сука. Я у него бабосы отжал, смотри, бабки, видишь? Всем здорово, друзья, здесь Сережа на связи. И сегодня я выходной. Сегодня мы с Денчиком едем покупать новенький компьютер. Ну как новенький? В охренительном состоянии. Ну чуть-чуточку БУ. Это видеоблог, друзья. Поэтому налейте себе чаечку и с кайфом посмотрите этот выпуск. И, кстати, в следующем видосе я буду разыгрывать крутые игровые наушники для компьютера. Поэтому смотрим этот видос, ставим лайкос, пишем интересный комментарий. Обязательно подписываемся, кто еще не подписан, потому что в следующем видосе будет розыгрыш. Всех обнял и желаю вам приятного просмотра. Так ты падик нормальный, да? Хуевший такой мой балочки. Плюс-минус, короче. Да. 13-й квартира, 3-й этаж. И в номере самое главное, да? Видел, да? Что, бублик уже запущен? Да, да. Я его запустил. Заранее прогревается. Часа назад, а никогда. 25 минут уже крутит. 6. И чё? Огонь? Resolution есть. В смысле, тестовые идеи можно запустить. А для чего комп собирали? Я играл. А так в 3D работает. А вы много, да? С блендером работаете. Но я меняю примерно раз в полгода, раз в 4 месяца, там, как продастся. То есть я вот соберу, через месяц выставлю, потом продается месяца два. Ну, три, иногда дольше. В общем. А то, что видеокарта, вы сказали, китайская, это что значит вообще? Ну, бренд, в смысле, не можно посмотреть, да ладно. В смысле, видюха это нормальная, просто не именитый бренд, не MSI, там, не Asus. А видюха норм, то есть у меня 7 месяцев ей. То есть это не самый долгий комп, который у меня прожил. Вышло-то она в 20-м году. Что тут плохо? В 20-м? 20-м? Да. Время-то как идет вообще просто. Нет, 30. Может, 30-80 вышло в 20-м? Че там? Че там? Туда допускать вообще нельзя. В бар. Так а что, давай запустим Аиду на этих, на всех прямо. Полная проверка. Можно супер-резолюшн. Или в супер-резолюшн без разницы. Ну так ты свои поставь. Суперпозиция. Это игровой тест. Да? Ну, типа нагружаешь. Типа как в игре, когда знаешь, типа ты играешь, типа, если какая-то хуйня будет, сразу фризы поебашит. Артефакты, если есть. Ну, и графики все показывают, температуры и процессоры там будет. Вообще, нагрузка на все.
себе. Так мы же снимаем всякую хрень, всякую дичь. А за сколько материнку брал? 8500. Вот. До десятки. А это топовая за 490. Для 490 лучше за это лучше. Топовая. А оператив у тебя на сколько? У тебя потом 4 слота, 2 занято. 32 гига стоит. Ну, то есть на 64 можно будет поднять? Можно еще 32. А куда тебе сколько проводов уходит? От нета? Это интернет, что ли? Да. Наши соседи. В смысле? В смысле, квартира, трехкомнатная, квартира, где моя. А, коммуналка, да? Ну, просто тебя. Ага. А, типа там отдельные люди живут? Да, да. Ну, ладно, пока не имею. Блин, подъезд прикольный вообще. Кто, короче, не слушается, ты берешь такой чоп, да? Смотрящий за Wi-Fi, короче. Тихо там музыку. Видал? Клинтел, ёпта. Денег, а это хозяйский. Не хочет его выкинуть. Ничего не напрягшь с камерой? Не, ну вы не попадете. Меня не снимайте, да. И все. Не общественное место. То хозяйка потом придет, узнает, кто продал ком, блядь. Может, это да-да-да. Это как со стиралкой было, помнишь у меня? Да, да. Давай Аиду полную. Не, там все равно бывает, выдает то, что фулмарк вообще ничего не показывает, в Аиде выдает. Нормально тестирует либо суперпозишн, либо фулмарком. Ну, если видюха. Аида вообще на самом деле редко пользуется, по крайней мере, компьютерщики. Ну, не скажи. О, у них компьютерщики. Ну. Аида больше посмотреть. Характеристики, подробная информация, хорошая. Вот. Я приехал, потому что документы, если есть, точно, в интернете, кредит там как-то, да, он бы продавал бы дороже. Потому что он реально бы стоял упакованный, да? Он бы это продал бы и за 40, и за 45 тысяч. Ух ты, ёшки, там прям вообще разъёб. А чё, почему он так греется? Ну, для похода холодно внутри не хватает. Когда меняли? Да, 7 месяцев. Я собирал. Я просто трогал. У меня даже когда после ремонта он так не херачил. Да? Ну он сейчас частоту ограничивает, схуяли-то. То есть сейчас просто вообще ни на всю нихуя работает. AMD отгасает быстрее, намного, чем Intel. Здесь радиатор не такой большой, то есть у нее есть шатание, но... Чтоб ее не шатало. А блок какой стоит здесь? Если что, крепление вон на полу, подбирайте нахуй. Кузна, что ты берешь? Я-то что? Я по поводу бабла, ты по поводу всего остального, давай, как всегда, решай. Если с балкона его сейчас ебашим, если он выживает, тогда забираем. Полетит, то вы уже забираете. Сейчас сначала деньги, да. Деньги поедем сначала. Да я не знаю, что, мне похуй. Да не, пушка, гонка. Только оклад по-любому тигры надо сразу будут покупать, нахуй. Да. Прям 100 пудов. Ну чё, Серёжа? Чё, похуй, не будем твой комп ушатывать тогда, да? Ты через КМС его, да, активировал? Да. Нет, не КМС, Digital. Digital, блядь. Они слетают. Обновление все приходит. Да, ты чё, там галочку ставишь, когда автоматом обхуяривает? Чтоб каждые эти две недели, типа этот, обновление было. Ты что? Если так, что? На КМС. Он прибас уже вот отсюда обновился. Да? Кого, драйвер, что ли? Да. Я тебе про драйвер сейчас говорю. Нет, нет. Видео зашел на NVIDIA сайт и поставил драйвер.
Тупо скачал? Я через устройство обновляет на видюху, блин. Скачал, установил. Видюху установлен, скачанный сайт. На что винда ставит? Она ставит не, во-первых, на аудио не ставит. В общем, она ставит YouTube аудиодрайвер без экспириенса. Я тебе не про мой компьютер говорю, а про сам экспириенс. Ты экспириенс устанавливаешь, да, когда у тебя автоматом? Но потом туда в учетку заходишь и обновляешь уже через него все дрова. И тогда у тебя и звук стоит, и все. Если ты когда устанавливаешь драйвер, он тебе предлагает установить дополнительно, что там галочки поставить. Аудиодрайвер, соответственно. Через экспириенс. Да, в смысле, драйвер ставит экспириенс. Ну. И почему у тебя он не ставится до конца? Ну ты говоришь, там что-то какие-то галочки ставить. Ну ты сейчас сказал, там что-то на звук. Ну ты драйвер ставил вообще хоть раз? Вообще не ты раз. Ты же в сервисе работаешь, нет? Ну, и что? Значит, драйвера ставил. Ну? На видео. Ты экспириенс скачиваешь и обновляешь драйвер, правильно? Нет, не проще было нажать на кнопку типа скачать драйвер автоматом, он тебя скачал и сам бы установил, нет? Зачем вот эти вот все галочки там выбирать, типа куда-то там какую-то видяху выбирать? Ты же намного проще и быстрее. Сделать. Ну короче, я понял, как ты его установил. Ну а там уже он предлагает тебе все установить. А вот экспириенс все-таки самый первый скачал-то в итоге. Ну, я автоматом поставил. Ну, скачался автоматом, потому что. Так а смысл ты его сейчас счет расставишь? Да, смысл. Нахера? Сейчас на галочке я же буду. Ты гарантия-то какую даешь нам? Гарантия. Пожизненная. 10 тысяч скидка гарантия. Пожизненная, Серега, забыл? Не, материнка, если отсохнет, по-любому обращайтесь. Я вам просто чек скину в ДНС, а не по сигналу. Гарантия пожизненная, это как? Графический MIDI experience. Да я уже понял, что все два раза, да. Я тебе просто сказал, что как бы намного проще было сделать. Что там считаешь? Да пытаюсь как-то человека обсчитать, чтобы он так чик-чик-чик и. Ну просто по-моему пизда. Да? Ты какой, на первый поедем? Давай на 10-й. Будем тестировать сразу. А, 16-й. На 16-й давай. Оп, ну. Проверим сразу его. Ты, блядь. А, Серега, ты пульт от подсветки проебал, ебать. Мы его даже, блядь, и как бы не брали нас с собой. Да твой опять косяк встал? Схуяли, блядь. Любой пульт на эту подсветку. Китайский. Подходит. Короче, бабки, знаешь? Да. Я у него бабки отжал, прикинь. Он отбивался, прикинь, сука. Я у него бабос отжал, смотри. Нахуй, короче, погнали быстро. Покажи пульт. Вон. Обычно же, сука, китайский пульт, да? Бабки видишь? Бабки вижу. Пульт, покажи. Обычная китайская хуйня, да? Да. Как от диодной от любой ленты, нахуй. Ну, ебать его в рот, блядь. Ты сейчас домой придешь, у тебя даже, которая лента висит, он будет работать в нее, нахуй. Беспалевные нахуй.